Сегодня в Чувашии появился свой уполномоченный по правам предпринимателей. Соответствующий указ подписал глава региона Михаил Игнатьев. Бизнес-омбудсменом стал Владимир Иванов, сам предприниматель, депутат Чебоксарского горсобрания и советник главы Чувашии. Подписывая указ, глава региона отметил, что кандидатуру Владимира Иванова поддержала общественность, а должность уполномоченного вводится для поддержки предпринимателей и создания в регионе благоприятной среды для ведения бизнеса. Вектор развития страны таков, что занятие бизнесом должно быть выгодным, удобным и безопасным. И если бизнес будет эффективно развиваться, во многом будут решены и социальные вопросы. Это и хорошие рабочие места, это и налоги в бюджеты всех уровней. И моя задача, как уполномоченного по делам предпринимателей, в первую очередь защищать нарушенные права предпринимателей, с другой стороны, не допускать нарушения прав и создавать в дальнейшем удобную среду для развития бизнеса в Чувашской республике. Напомню, в прошлом году президент России издал указ о долгосрочной государственной политике в области развития и поддержки предпринимательства. В рамках этого документа намечено создать в стране институт бизнес-омбудсменов.